Красную зону в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска вновь посетил священник. Это стало возможным благодаря сотрудничеству духовенства епархии, окружного депздрава и врачей медучреждения. Председатель отдела социального служения и благотворительности Леонид Бортков стал частым гостем ковидного госпиталя с середины февраля. Только в прошлом месяце он приходил к пациентам с коронавирусом 4 раза для того, чтобы провести таинство исповеди, причастия и соборования, а еще просто пообщаться.